Получить ответы на все интересующие вопросы, не отходя от рабочего места. Такая возможность была у сотрудников научно-производственного предприятия «Звезда». На территории завода в течение нескольких часов работала выездная администрация городского округа. Все подробности в материале нашего корреспондента. Дарья Соколова работает переводчиком на научно-производственном предприятии «Звезда». Недавно девушка вышла из декретного отпуска, воспитывает трехлетнюю дочь. Молодую маму интересуют вопросы дополнительного образования детей дошкольного возраста. По ее словам, в поселке Томилино нет кружковых секций для малышей. Тот же самый спорт. В одном садике представлен там какой-то карате, что-то танцы. В садике, в который ходит моя дочка, не представлено. Почему? Я тоже готова, допустим, носить какую-то плату, там, уделять ей время, забирать там попозже, пораньше, ну как-то все это обговорить. Вот нет такой услуги, я бы очень хотела, чтобы она была. При том, что у нас три детских садика находятся рядом, естественно, детей много, вот таких малышей много. Я думаю, что это действительно будет актуально не только моему ребенку, но и другим детям в том числе. Сотрудники одного из ведущих предприятий округа обратились к властям и по вопросам благоустройства придомовых территорий, обустройства пешеходных тротуаров, площадок для выгула собак и асфальтирования отдельных участков. Рядом с домом находится контейнерная площадка, на которой установлен бункер, еще это большой такой контейнер, и сейчас когда грузовой автомобиль подъезжает, он заезжает немного там в лужу, в грязь и развозит эту грязь по автомобильной площадке. Соответственно, автомобильную площадку убирает его содействие. И получается, люди из содействия это бесконечный круг. Они постоянно убирают, автомобиль каждый день вывозит мусор, разгребает, они снова убирают. И как бы я попросил там 2 метра, ну, где-то 2 на 10 метров положить вот этого асфальта с бордюром, чтобы оградить подсыпание с холма земли. Вот и решить этот вопрос. Ряд вопросов представители предприятия адресовали лично главе. Большинство обращений связано с уборкой улиц. После таяния снега дворы требуют особого внимания со стороны управляющих компаний. С подъезда выходишь, чистота. Идет проезжая часть между домов. Не чистилось вообще, от слова вообще. Ваше имя, отчество как? Оксана Евгеньевна. Оксана Евгеньевна, я очень прошу тоже телефон, почему, чтобы эту точку мы поняли, где вы сами показали. 41, Сергей поняли, Николаевич кто, в курсе. Да, дальше путь. Все вопросы, озвученные на этой встрече, представители администрации взяли в работу. Для дальнейшего взаимодействия с каждым заявителем налажена обратная связь. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.